Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что к нам присоединился, всем доброго времени суток. Думаю, что уже всем известно, что в среду, 25 марта, стало известно, что результат тестирования наследника престола Великобритании, принца Чарльза, на наличие коронавируса дал положительный результат. До этого я говорила про Пласида Доминго, одного из моих любимейших тенора, умнички, просто потрясающего певца. Он тоже заболел коронавирусом. И вот принц Уэльский. Кстати, принц Уэльский стал вторым членом Королевского дома Европы, у кого диагностирован коронавирус. По мнению бывшего врача общей практики, наследник британского престола находится в выгодном положении. В каком же выгодном положении? А по данным ВОЗ, в зоне риска во время пандемии коронавируса находятся люди старше 70 лет. Принц Чарльз, которому в ноябре прошлого года исполнилось 71 год, может оказаться более готов к противостоянию с вирусом, так как ведет здоровый образ жизни. Он не курит и никогда не курил. И поэтому доктор Сара Бревер, она в Daily Mail прокомментировала, что люди, которые никогда не курили и не курят, у них проще это все проходит. Вот, например, тот мужчина, которому 101 год, итальянец, и который выздоровел, он никогда не курил. И вот на сегодняшний день у Чарльза проявились легкие такие симптомы. Он находится в самоизоляции в замке Балморал вместе с герцогиней Корнуольской. Это в той части, где находится Шотландия. По мнению Бревер, если принц Чарльз почувствует более серьезное недомогание, его прекрасная физическая форма и медицинское сопровождение обеспечат ему выздоровление. Так сказала доктор. Весть о том, что принц Чарльз заболел коронавирусом спустя 2 недели после встречи с князем Монако Альбертом, которая состоялась еще 10 марта. И вот представьте, время 10 марта, на сегодняшний день 27 марта. Вот сколько дней он до этого не знал, что болеет, и только 25-го симптомы начали явно показывать, что он заболел. Вот и делайте выводы, да? То есть ровно, даже больше, немножко, чем 2 недели он не ощущал, что заразился. А у князя Альберта диагностирован был коронавирус. И кроме того, у нескольких сотрудников Букингемского дворца. Вот они на конференции, вот у этого сотрудника Букингемского дворца и у вот этого. И посмотрите, рядом с ними сидят люди, и их, теперь этих людей тоже стоило бы проверить. Кстати, герцогиня Корнуольская, то есть простыми словами, Камилла, вторая жена Чарльза, да, она сдала тест на коронавирус, но он дал отрицательный результат. Видите как? У супруги нету, а Чарльз все-таки подцепил. На последней встрече он за руки ни с кем не здоровался, а вот таким вот жестом со всеми здоровался. Видно, уже чувствовал. И, кстати, в Китае установили первого заболевшего. Наконец-таки нашли. Это была женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов. У нее появились симптомы, и это было 11 декабря. Температуру сбивала уколами. Но спустя 5 дней ее состояние ухудшалось и ухудшилось, и женщина обратилась в больницу. Вот
нашли ее, наконец. Ну, а то, что происходит во Франции, это вообще, это, по-моему, она вторая после Италии вот в таких количествах. И там для борьбы со вспышкой заболевания президент Франции, он объявил о начале проведения операции и назвал эту операцию, ну, с французского, если перевести, «стойкость», во время которой задействуют военнослужащих. Да, это и прямая их обязанность. Для меня все понятно, что это за болезнь и откуда она взялась. Поэтому я согласна с французским президентом, что здесь должны обязательно быть задействованы военнослужащие. Именно так. И вот они будут выполнять санитарные, логистические и защитные функции. Потому что, ну, даже, по-моему, самому приземленному человеку понятно, откуда взялся этот вирус. И во Франции количество заболевших продолжает очень быстро расти. В общем, Франция занимает 7-е место в мире по темпам распространения этого странного заболевания, как я называю, X-болезнь. Представьте, 25 500 инфицированных. Это же надо так. Да, несмотря на то, что японцы не здороваются за руку, и мы знаем, что японцы очень чистоплотные люди, но, дорогие мои, за прошедший день увеличилась и смертность от этой X-болезни, зафиксировано 45 летальных случаев, и в Японии заболело 1314 человек. Но это, конечно, не столько, не такое количество, как в Италии или во Франции, но это для них тоже много. И если инфекция продолжит распространяться, премьер-министр допускает Японии, допускает возможность введения чрезвычайного положения. Вот. Я, например, довольна тем, что в Украине очень вовремя ввели все, что можно было ввести, карантин и все-все возможные варианты, например, закрыть границы немедленно. И сейчас я уже вижу, как жестко относятся к тем, кто не соблюдает все рекомендации, которые делают нам доктора. Значит, кто-то прилетел из-за границы, по-моему, они в Днепре, насколько я поняла, их двое или трое, и они не сдали анализ, по-моему, на тест, убежали. Их искала полиция, нашла, и их оштрафовали, по-моему, аж на 17 тысяч гривен, если я не ошибаюсь. Это я слушала по украинскому радио. Теперь хочется предупредить, что в Китае там еще какой-то вирус ходит. Но они говорят, чтобы никто не паниковал, что у них такой вирус часто бывает в это время от крыс, там какой-то, я не помню, как он называется, но неважно. Второе, они делали вскрытие тех людей, которые у них в Китае умерли от этого, от X-болезни, и обнаружили, что даже у мертвых в легких эта инфекция долго сохраняется. Следующий миф о том, что, помните, говорил Комаровский, и я его слушала, доктор, что посылки присылают, ничего там, 3 дня, и все, и вируса нет. 3 или 4 дня, как-то так он сказал пренебрежительно. Это была его ошибка, потому что я только сегодня прочитала, оказывается, на предметах эта инфекция может быть в течение 17 дней. Поэтому обязательно все дезинфицируйте, абсолютно все. Представляете, 17 дней
Ни в коем случае с детками, ни на каких площадках. Бабушки, сидите дома, не надо ходить ни в какие парки. Сидите дома. Представьте, 17 дней. Нет, это очевидно непростая X-болезнь. Очевидно. Но и паниковать не надо, просто нужно быть дисциплинированным. Дисциплинированным. Многоразовые маски делать, дезинфицировать их постоянно, стирать и гладить. В перчатках ходить и в очках, потому что слизистые на глазах тоже и туда тоже попадает. В очках, да, дорогие мои. В общем-то, полностью закрываться надо. Вот некоторые там смеются, что человек там на себя дождевик или пакет одел. Вот только так, чтобы потом можно было смыть те ваши ластиковые перчатки, можно было смыть и смыть с этого дождевика все с хлоркой. Вот так, а иначе никак не получится. Все продукты, которые покупаете, протираете дезинфектором, все дезинфицируете полностью, все. Обувь не забывайте, дезинфицировать обувь. Ну, еще у нас очень хорошая есть новость, потому что я вот все думала, вот откуда нам брать помощь? Да, миллиардеры не сильно раскошеливаются. Вот, например, я смотрю, сколько выделяет денег в Соединенных Штатах Америки. Все миллиардеры как один. А вот буквально недавно Арнольд Шварценеггер отдал $1 000 000. Все артисты, все певцы, все миллионеры, миллиардеры, все в общую казну скидываются. И я смотрю, и мне вот грустно, как в странах Савдепии скидываются. Ну, неважно. Хорошая новость в том, что Организация Объединенных Наций выделяет помощь Украине в размере $33 000 000. Я говорю, слава Богу, молитвы мои услышаны, потому что я в свою молитву ежедневную включила именно вот эту фразу. Господи, только ты знаешь, откуда придут потоки помощи, чтобы обеспечить всех людей масками, чтобы докупить вот эти аппараты для фильтрации легких, для спасения. Господи, ты знаешь пути. И все. И вот это была фраза у меня. И потом читаю, что в РБК Украина, читаю, оказывается, ООН выделяет помощь $33 000 000 для борьбы с коронавирусом в Украине. И вот эти деньги планируется потратить на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения. Ведь там же тоже люди, там старики, там детки. И надо обязательно о них тоже позаботиться. И еще одна хорошая новость. Мы знаем, что в Китае уже сокращается заболеваемость. То есть все, пошло на убыль. И в Италии смертность от X-болезни тоже сокращается. За последние сутки зафиксировано 683 летальных случая. И значительно меньше показателей. И вот, в общем-то, сокращается. И на 1000 увеличилось число вылечившихся. То есть уходит эта зараза, уходит. Так же, как и пришла внезапно. Следующая новость такая. Такой слушок по радио пролетел, что якобы будут делать какие-то VIP-палаты для первых лиц и так далее. Но молодец, Владимир Зеленский все-таки умничка. Он заявил, наш президент, что ни у одного политика в госбольницах не будет лучших условий, чем у рядовых граждан. То бишь он отказался от VIP-палат. И президент Украины поручил главе Кабинета министров Украины Денису Шмыгалю отменить все нормативные акты по так называемым VIP-палатам для политиков. Об этом он сказал в своем видеообращении. Умничка. И подчеркнул, что в Украине не совок
Он так подчеркнул, и не будет никаких люксовых палат. И мне нравится, что он все время выступает, и он все время поясняет. То есть в течение всех этих дней он уже несколько раз выступал и конкретно пояснял каждое решение. И меня тоже сначала смутило, что это там депутаты надумали про какие-то VIP-палаты, что значит VIP-палаты. И так не хватает, да, вот этих аппаратов для легких. А тут, значит, в VIP-палатах будут эти аппараты, а у людей не будет. И вот, пожалуйста, президент дал поручение. Премьер-министру поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок, это цитата президента, и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в госбольницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца, заявил президент. Браво! И еще вот эта вот фраза тоже мне его понравилась. В інтересах усіх співвітчизників і виконувати свої обов'язки. От. Коли наші українські лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових знаходяться в окопах, депутату має бути соромно щось казати там про страх. Страх у вас може бути тільки один – втратити довіру українського народу. Молодец, так красиво сказал, что у депутатов страх должен быть один. Это страх перед тем, что вы потеряете доверие украинского народа. Молодец, умничка. Ну вот и все. На этой позитивной ноте мы закончим. Я вас люблю. Будьте благословенны. Дай Бог вам здоровья. И пусть Господь оградит вас и ваших близких от любой инфекции, от любого заболевания. Побольше вам позитива, радости и любви. Пока-пока.